В Твери в эти дни проходит всероссийский слет активистов движения «Пост номер один». Фестиваль проводится в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», национального проекта образования и призван объединить неравнодушную молодежь со всей страны. В ходе работы слета ребята соревнуются в строевой, военной, боевой подготовке, готовят творческие номера, общаются и обмениваются знаниями и опытом. Более 400 человек из 33 регионов страны, 4 дня конкурсных испытаний и бесчетное количество часов подготовки. Всероссийский слет активистов движения «Пост номер один» на Тверской земле проходит впервые, однако до этого масштабный форум дважды принимал Севастополь, Новосибирск и другие города. В этом году мероприятие проводится при поддержке правительства Тверской области и кинокомпании «Союз Маринс Групп», организатор Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун». В том числе и здесь, на Тверской земле, есть морские пехотинцы, которые активно работают по подготовке и воспитанию молодого человека. Воронежская, Ярославская и Рязанская области, Республика Крым – это лишь малая часть субъектов страны, которые прислали на слет своих участников. Общее построение активистов движения «Пост номер один» прошло на площади Славы. Открытие слета по традиции венчало прохождение торжественным маршем. Программа слета включает в себя большое количество конкурсных испытаний. Это строевой смотр, состязания военно-прикладных видов спорта, викторины и конкурсы. Один из них проходил на сцене киноконцертного зала «Панорама». Ребятам было предложено творчески представить свой регион. Рязанская команда «Крылатая гвардия» сделала акцент на славных военных традициях своей малой родины. Как признаются ребята, для них участие в слете – особенное событие. Для нас это важно, потому что мы хотим почтить память своих предков, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы жили сейчас. Также в программе участников слета посещение памятных мест и воинских захоронений на территории Тверской области. Так, в последний день пребывания на Тверской земле ребята посетят Ржевский мемориал советскому солдату. Действительно, хранить традиции, хранить память сынов Отечества, которые его защищали, это очень хорошая традиция. В настоящий момент конкурсные испытания продолжаются. Завершится слет во вторник, 14 сентября.